Сеня, спасибо тебе большое за подарок. Что тут у нас? Палочки, отличная эмоция, спасибо большое. Спасибо. Спасибо тебе большое тоже за подарочек. И у нас тут обертка. Спасибо большое за обертку. Спасибо. Сегодня что-то меня задарили подарками. И это у нас еще одна оберточка. Спасибо большое. Спасибо. Ну, это уже реально несерьезно, но спасибо тебе большое. Четвертый подарок за раз. Еще одна обертка. Вы мне все обертки подарили. Спасибо большое. Друзья, я участвую в битве сообществ. Называется «Пламенные сердца». Как это работает? Вы переходите по ссылочке, которую я закреплю в комментарии в первом или же внизу под видео. Переходите по ссылочке, заходите вот на вот этот сайт. Вот он. Заходите в свою учетку Epic Games. Находите, заходите в авторы. В поисковике. SPT-083. Вот моя команда. Врываетесь в эту команду. Максимально можно 20 тысяч человек. То есть уже 6 вступило. Дальше что? Дальше информационная панель в самом низу. Вы выполняете вот эти испытания. Первый день, он уже закончился. Второй день, вот такие испытания. Моя команда в СНГ, если становится первой, мы получаем все 5 наград. Если второй команды наша становится в СНГ, то только 4. Если третий, то только 3. То есть мы с вами выигрываем, набираем больше всех поинтов в СНГ и получаем все 5 наград. Кирки, обертки, граффити, эмодзи и флаг. Все, изи. Далее, списки лидеров. Моя команда каждый день во время после записи магазина я буду заходить сюда. И тот, кто будет на первом месте, будет получать от меня каждый день скин за 2000 V-баксов. А по итогам 7 дней первые 10 человек получат по подписке Fortnite. Поэтому, друзья, врывайтесь за мою команду. Ссылку, как я и сказал, оставлю. Врывайтесь. Команда SPT-083. Выполняйте испытания. Обратите внимание, вот эти испытания. Вот эти испытания ваши. Вот эти испытания только мои. Испытания для SPT. Их выполняю только я на стримах. На 50 тысяч очков, на 100 тысяч очков. Вы всем сообществом выполняете только вот это. И также обязательно в игре, в параметрах, в учетной записи обязательно включите отображение в списке лидеров. Иначе вы ваши очки могут не зарегать, друзья. Так что удачи нам всем, врываемся, выигрываем, забираем халяву здесь, и от меня лично, ребят, забирайте подарки за первое место каждый день и за топ-10. Друзья, всем привет, меня зовут SPTV, на канале Не Спит, сегодня у нас 12 февраля, 3 часа ночи, как всегда, друзья, рубрика Чупачом, сегодня целый стрим, я фармил эти баллы, и не за один скин толком не поиграл. Надеюсь, вы тоже фармили, друзья. Но нас все равно интересуют новые какие-то скинчики, да? Да? Потому что завтра можно опять покатать. Да. Пум! А что так много? Ля какая имба. Лежа. Ноги, руки. Лежа на нем, что ли? На нем лежа можно будет, походу, ехать, ребят. Посмотрите. Походу, это ноги и руки. Я обязательно его куплю, обязательно вам покажу. Походу, ноги здесь, руки здесь. Лежа, что ли? Серьезно? Это, по-моему, дичайшая имба. Да, ребят, это коллаба с фильмом «Трон». Я думаю, многие смотрели, я думаю, знают многие уже, что у нас портал появился на карте. И, собственно, имба-дельтик. Это просто имба. Что еще? А теперь пачка скинов. Сокет. Это кирка? И инспект баннер 01. Можешь приготовить, что же это? Инструмент украшения на спину. Да, это кирка бэкпэк. У них еще шлема? А покажите шлема. А разные шлема? Пацанов шлема не очень. Пацанов шлема не очень. Блин.
Да, у пацанов один шлем, у девчонок. Угу. Ну давай, давай. Да, у пацанов у всех одинаковых, у девчонок. Какая имба. У девчонок офигительный шлем. Бля, какая. Офигительный скин. Так. Комплекта нет? Комплекта нет, ребят. По отдельности нужно покупать. Друзья, не забывайте, пожалуйста, тег автора SPT-083. Краш. Пока у меня загружается Fortnite, друзья, хочу вам напомнить, что пятница, суббота, воскресенье у нас идет ФНКС европейский. И у меня уже включены дропсы на трансляции. Вы можете получить бэкпэк, вы можете получить эмодзи, вы можете получить загруженный экран, вы можете получить граффити ФНКС. Это такой оранжевенький значок, значок ФНКС, бэкпэк в виде пальца такого ФНКСовского тоже, оранжевый цвет. Так что приходите на трансляции, получайте дропсы. Также вступайте в команду SPT-083. Буду крайне признателен, друзья. Не забывайте, что за вступление в команду, если мы выиграем, вернее, не если, а когда мы выиграем, получим кирки, обертки, граффити, стикер, эмодзи. Это все мы получим. Также от меня лучше будет получать скинчик за день. А лучшие за неделю получат 10 человек, получат подписку Fortnite. Так что врывайтесь, друзья. Но из-за перезахода, ребят, у меня новости обновились. Вот, вот об этом я говорю, ребят. Пламенные сердца. Врывайтесь. Понятно. Блин, ну девчонки выглядят значительно. А по поводу бэкпэка, вот то, что я говорил, ребят, вот такой вот стикер. Тег автора SPT-083 указал. Покупаю дельтаплан и какую-то девчонку. Сейчас я хочу определиться между двумя. Блин, тут, наверное, за счет прически возьму. И та симпатичная, прям очень. Но вот за счет прически тут корешка прям классно смотрится. Да, вот эту возьму. Датаграмма. Но вот это вот прям вот, блин, очень близко. Так, покупаю датаграмму. Купить комплект. Ну, комплект, потому что, ребят, кирка и потому что бэкпэк. Купить комплект. Супер. Интересно, знаете, что? Да, ребят. Помните, у нас футболисты были из Хэллоуина. Мертвые футболистки, зомби. Когда покупаете первый скин, бэкпэк и кирка у всех одинаково. Когда покупаете первый скин, все остальные, так как кирка и бэкпэк у вас есть, все остальные становятся по 800. Да, такая уже тема у нас была. Я еще думал, сделают они здесь так или нет, когда увидел, что у всех кирка и бэкпэк одинаковые. Да, они также сделали. То есть вы первый скин покупаете по 1500, все остальные по 800. То есть формально вы можете пацана и девчонку взять. Прикольно, молодцы. Но пацаны здесь явно проигрывают. У них сам скин выглядит классно, претензий ноль. Да, скины классные, но шлем. Девчонка и без шлема, и в шлеме выглядит офигительно. Здесь шлем слабенький. Мне лично не нравится. У девчонок шлем значительно лучше. Едем дальше. Дальше у нас кайфовый скин Некромания. Убойный скин, два стиля, с капюшоном, без капюшона. Кайфуче, нравится. И кайфовый бэкпэк в виде вот такого черепа. И имба дичайшая. Некрономия, извините, сказал. Некромания, некрономия, пардоньте. Дальше это у нас леса пустыни, которая мне абсолютно не нравится. За 800. Такая себе. Дальше это у нас кити-кити-кити. I'm cat. Ну, короче, вы поняли. Эмоция, музыка, котики. Дико заедает в голову. Пошла эмоция, танец
звезда танцпола. Да, скин кайфучий, мне очень нравится. О, топ эмоции. Обхохочется. Это, ребят, в передвижении эмоция, называется увлекательная беседа. Чекайте. Такая себе. Откровенно говоря, пойдет, ну, такая себе. Опускаемся ниже, здесь, скорее всего, все у нас пошло с праздника, да? Это все было вчера, это все было вчера. Пак еще здесь от Тесс, офигительный пак. Это все было вчера. Китайский Новый год также остался. Тут тоже осталось. Офигеть, магазин просто бесконечный. Комплект Лои у нас также есть. Подписка Fortnite само тоже есть. Тега автор SPT083 тоже проверили на месте. Все хорошо. Заходим. Новости, которые мы уже чекнули, тоже с ними все в порядке. Вот он наш новый скинчик в прицеле. Будут абсолютно играбельны. Аккуратно. Сейчас мы прям сразу стильчик на него накинем. Шлем. Бэкпэк. В руку берем. Оп. Бэкпэк максимально аккуратно. Прям супер. Отличный скин. Отличный скин. Давайте сразу быстренько, ребят, что? Два вопроса самые популярные, которые я предвижу. Первый вопрос. Можно ли с другим скином? Можно. С другим скином можно. Следующий. А как же выглядит в шлеме, да? Погнали в шлеме. Да. Вообще имбуля, конечно. Стрелка Брута мне напоминает. Только чуть веселей. С убойным бэкпэком и киркой. Кирка, блин, самая аккуратная кирка в игре. Очень круто. Кто не знает, ребят, еще разок. Фильм называется «Трон». Нет! Стоя, ребят. Блин. Но все равно охренительно. Появляется божественно. Появляется офигительно, но стоя. Я думал, новую анимацию бахнули, но нет. Как скейт. Кайф. След кайфовый. Блин, кайф. Все равно кайф. Конечно, если бы он лежал, это была бы дичайшая имба. Но пока у нас такой анимации нет. Все равно кайфы. Мне нравится. По кайфу. Так. Обхохочешься. Звезда танцпола. И в передвижении у нас увлекательная беседа. Друзья, жду вас в пятницу, так как у меня есть дропсы, так как у нас начинается ФНКС 21.00, начинаются первые игры Европы, где наши ребята примут участие за, ну, можно сказать, главный, да, турнир сезона ФНКС Европа, там, с дичайшим призовым, как всегда. Приходите на стрим, смотрите турик у меня, получайте дропсы. Вписывайте тег автора, друзья. После ФНКСа буду фармить на нашу команду по вот этому турику, да, битвы сообществ. Так что приходите, ребят. Чуть раньше 9 начну и до 3 ночи, до самого магазина. Всем вам, ребят, рад. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте лайкос, не забывайте подписку. И до встречи. Друзья, второй день начался. По итогам первого мы на втором месте. Красавцы, спасибо вам большое, друзья. Вырываемся, обгоняем Литпута, идем вперед, разрываем. Как я сказал, за первое место в моей команде человеку полагается скин
за 2К. И в последние минуты, потому что буквально вот перед магазином я чекал, на первом месте был Хупер. И вот сиюсекундно, ребят, первое место забирает Лерасик. Дружище, мои поздравления. Скин за 2К V-баксов твой. Ну, не за 2К, ты можешь выбрать подарки на 2К V-баксов. Дальше-то точно так же, ребят. По итогам второго дня, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, каждый день по 2К V-баксов скинчик придарю я, ребят. Между прочим, я на 6-м месте, друзья. 330 очков нафармил. Где? Где? Ожидаю вас, ребят, завтра в топе. Но все равно спасибо большое. Второе место мы занимаем в данный момент. Надеюсь, по итогам 7 будем первыми.